Новая тема действительно позволит вам быть на гребне волны. Тема моего ознакомительного ролика – как без вложений стать банком и зарабатывать на микрокредитах. Кроме того, через 10 минут вы сможете получить свои первые бонусные $50. В любом случае, вы ничем не рискуете. Итак, сравнивая доходы в банковской сфере, заметно, что обычные вкладчики в банковский депозит зарабатывают в лучшем случае 11% годовых, в то время как банки на выдаче кредитов получают до 60% годовых, а микрофинансовые компании до 1000% годовых. Возникает вопрос, можно ли самому стать как микрофинансовая компания и получать такой высокий доход? Войти самостоятельно в нишу микрокредитования достаточно сложно. Организовать данный бизнес самому – это большая головная боль. Нужно много знать по этой теме, иметь понимание специфики данного вида бизнеса, иметь большие финансовые ресурсы, рисковать, выбивать долги и многое другое. Как избежать всех этих проблем и при этом получать высокий доход? Так вот, речь в моем видеообзоре пойдет о компании «Социальная кредитная сеть WebTransfer». Почему называется «Социальная кредитная сеть»? Потому что выдавать и получать микрозаймы в WebTransfer может любой. Для этого достаточно быть участником одной из социальных сетей – Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google, Одноклассники, Мой мир. А теперь давайте рассмотрим, в чем состоит суть бизнеса в социальной кредитной сети WebTransfer. Сейчас крайне важно понять саму схему. Социальная кредитная сеть WebTransfer не является банком. Сама она не выдает и не получает займов. Она является площадкой, на которой находят друг друга участники различных социальных сетей, желающие получить или разместить денежные средства на своих условиях. WebTransfer обеспечивает им эту возможность с помощью разработанной методики P2P кредитования. P2P означает «от человека к человеку». Из части доходов кредитной сети формируется гарантийный фонд. Даже если отдельные заемщики не выплатят кредиты, доходность всего портфеля кредитора не упадет ниже гарантированного уровня. В любой момент кредитор может продать заем, обеспеченный кредитным сертификатом, и получить назад свои деньги с минимальным доходом в 24% годовых. В социальной кредитной сети WebTransfer участники могут зарабатывать, будучи уверены, что их деньги в безопасности. Посмотрите на схеме, все очень просто. Вы выбираете сумму, которую вы хотите дать в кредит, желаемый срок, желаемую процентную ставку, выбираете опцию «Гарант». Социальная кредитная сеть WebTransfer автоматически на своей площадке подберет заемщиков, распределит среди них ваши деньги и за долю в прибыли, иначе говоря, отчисление в гарантийный фонд, возьмет на себя заботу о том, чтобы заемщик погасил заем. В итоге вы получаете тело займа и процент по кредиту. Если кредитные риски были оценены неверно и заемщик не возвращает заем, ваши деньги возмещаются из гарантийного фонда кредитной сети, и вы в любом случае получаете прибыль. Этот алгоритм вы можете повторять снова и снова, постоянно получая прибыль. Кстати, один важный нюанс. Если вы, например, хотите дать взаймы другому участнику социальной кредитной сети WebTransfer под очень высокий процент, надеясь заработать побольше, то ваша заявка так и провисит, может быть, несколько суток. Никто не согласится брать взаймы на очень невыгодных для себя условиях. Вам остается только снизить процент или вернуть деньги на свою карту обратно. А это свидетельствует о том, что здесь реальная бизнес-основа. Это готовый бизнес, которым вы можете заниматься. Давайте рассмотрим один из самых важных моментов в работе с социальной кредитной сетью WebTransfer. Вопрос доверия к ней. Сразу объясню, почему лично я выбрал WebTransfer Finance и почему доверяю этой компании. Я обозначил здесь несколько важных для себя пунктов, по которым оценивал сначала и по которым отслеживаю сейчас. О WebTransfer я впервые узнал от своего друга и теперь моего старшего партнера, который нашел на сайте Альфа-банка статью о партнерстве с WebTransfer. Заинтересовавшись, мы стали копать глубже. Впоследствии я узнал, что WebTransfer является партнером не только Альфа-банка, но и многих других российских и зарубежных банков, а также различных платежных систем. Следующий пункт – положительная репутация. На тот момент в интернете, используя поиск по ключевому слову WebTransfer, я не обнаружил каких-либо негативных отзывов о ней.
Еще один пункт наличия своей истории. Изучая сайт компании webtransfer.com, я обнаружил, что она успешно развивается с 2006 года, имеет несколько направлений работы. Это прием платежей, переводов, инвестиции в микрофинансирование, прием платежей для интернет-магазинов, микрокредиты. Следующий пункт – публичность. Подробно изучив статьи сторонних коммерческих ресурсов о компании WebTransfer, которые датируются еще 2011 годом, я получил определенное позитивное впечатление. Вы, кстати, тоже можете это сделать. Статьи даны как на главной страничке WebTransfer Finance, так и в личном кабинете. В частности, я был впечатлен тем, что компания WebTransfer первая из всех застраховала электронные кошельки своих пользователей на сумму до $5000 через Ингосстрах. Еще один пункт – это мировой масштаб компании. У нее есть офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Москве, Шанхае. Еще одна причина доверия возникла несколько позже, но я решил добавить и ее для общей картины. Например, у компании высокий показатель AlexRank. WebTransfer уверенно лидирует в рейтингах Алексы. AlexRank свидетельствует, насколько сайт успешен, востребован и посещаем. Если мы говорим о популярности сервиса, то нельзя обойти стороной еще один факт. Кредитование на площадке P2P, где участники кредитуют друг друга, минуя посредника, является очень перспективным и актуальным бизнесом. Это показывает зарубежный опыт аналогичных компаний. Об этом свидетельствует внутренняя статистика WebTransfer. Обратите внимание, на день написания данного ролика участников этого бизнес-сообщества уже 1 300 000 человек. Теперь подходим к главным причинам. Одна из причин, как я уже говорил, отсутствие риска. Наличие гарантийного фонда – это одна из основных причин доверия, это гарантия возврата вклада. Об этом я буду говорить подробно в следующем обзоре, так как информации очень много, рассказать хочется обо всем. И здесь только кратко и тезисно. Ну и еще одна тяжеловесная причина – мой собственный опыт и результат. Прежде чем приглашать партнеров в WebTransfer, я протестировал этот ресурс на себе. Работаю с этой компанией почти полгода и добился неплохих результатов. Вам продемонстрирую скриншоты моих доходов. Вот первый скрин, сделанный еще в июне 2014 года. Тогда я смог заработать свои первые $800. Спустя полгода, используя определенный подход, я получил еще более впечатляющие результаты. Вот последний скриншот. Ну а теперь, после того, как я описал основные причины моего доверия к компании и продемонстрировал определенные результаты, давайте перейдем к получению вами 50 бонусных долларов. Для этого нужно сделать первый шаг. Пожалуйста, переходите по ссылке того человека, который продемонстрировал вам данный видеоролик. Если нет рекомендателя, то смело жмите на кнопку регистрации под этим видео. В профиле привязывайте свой номер телефона к своему аккаунту, то есть верифицируйте его. Показывайте, что вы не бот, а реальный человек. После правильной регистрации вам на баланс личного кабинета зачисляются 50 бонусных долларов. Что с ними делать дальше, как зарабатывать без вложений и с вложениями, какие инструменты и подходы лучше использовать, смотрите в моем следующем видео. Итак, друзья, изучайте информацию на сайте и в личном кабинете. Читайте отзывы, статьи, страничку Facebook компании, то есть делайте все то, что делал и я перед тем, как довериться WebTransfer и начать новый бизнес.